В Якутске состоялись парламентские слушания по вопросам развития музейной сети в республике. Сегодня Якутия является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству музеев. Всего их более 260. Практически в каждом населенном пункте есть свой музей. В последние годы отмечается существенный рост посещаемости. За прошлый год в музеях Якутии побывало 415 тысяч человек. Но возникают и проблемы, к примеру, с хранением экспонатов. 76 зданий требуют капитального ремонта, а 6 и вовсе находятся в аварийном состоянии. Число музейных предметов, требующих реставрации, в 2015 году составило 3341 предмет. Отреставрировано 56. Это 1,6% от требующих реставрации предметов. В настоящее время Национальный художественный музей Республики Саха работает 7 реставраторов, которые ежегодно реставрируют 42-45 музейных предметов. Этих специалистов, естественно, недостаточно.